Всем привет! Сегодня уже суббота, мы здесь уже третий день, и сегодня решили съездить погулять в Ираклион. Погода, как всегда, хорошая, небо без облаков, солнце светит, жарко на самом деле. Но сейчас ездим на парочку, может быть, тройку часов, погуляем, посмотрим, что там в столице острова Крит находится. Мы уже пришли на остановку, через 15 минут примерно должен приехать автобус. Поедем на автобусе на общественном транспорте. Они тут ходят часто в Ираклион, примерно каждые 15 минут. Ехать примерно 45-50 минут, так что час в пути, и мы будем на месте. Сейчас, короче, было у нас потрясающее приключение. Мы 15 минут простояли на остановке, прождали автобус, приехал автобус. Мы говорим, нам типа в Ираклион два билета. Они говорят, а вы не в ту сторону стоите, вам нужно через дорогу перейти и ехать в другую сторону. Мы ломанулись на другую остановку, потому что уже время подошло, получается, и автобус, мы думали, что он уже ушел. И только мы подошли, нам сразу же там помахал кондуктор рукой, типа, что вы там в Ираклион едете, не едете, давайте быстрее, быстрее, вот ваш автобус, и все, и мы сели. И вот сейчас едем за 3 евро 30 копеек до Ираклиона. Мы доехали до Ираклиона, сейчас по карте посмотрим, куда мы пойдем, чтобы прийти в центр, посмотреть какие-то основные достопримечательности, немножко там погулять, может быть, перекусим, или потом перекусим и поедем обратно. Короче, сейчас пойдем гулять по достопримечательностям Ираклиона. А вот сзади меня стоят автобусы, они синего цвета. Все понятно, спасибо большое. Сзади меня стоят автобусы синего цвета. Это местные автобусы, которые ходят внутри одного города. А мы приехали сюда на зеленом автобусе, на большом. Это автобусы, которые ходят по острову между разными городами. А вот синие в рамках одного города. Короче, внутри одного города.